Доброе утро, друзья! А еще добрый день и добрый вечер. Наша страна такая огромная, что когда в Москве утро, в Иркутске уже в разгаре день, а в Южно-Сахалинске наступает вечер. Как вы поняли, на волнах воскресного телеэфира наша утренняя почта и я, ее музыкальный рулевой, Николай Басков. Как раз из Южно-Сахалинска прилетело к нам первое письмо. Его автор Алена Ивашкина. «Здравствуйте, Николай. Через неделю главное событие в моей жизни. Я выхожу замуж. Совет вам да любовь. Но я расстроена». Вот это поворот. «Мои подружки просят не бросать им свадебный букет». Странно. Это же такая красивая традиция. «Дело в том, что я мастер спорта по метанию ядра». Ого. «И подружки боятся, что я от волнения не рассчитаю силы, и мой букет собьет их с ног. Николай, вы вели много свадеб, посоветуйте мне, что делать». Алена, прежде всего советую вам успокоиться и потренироваться кидать букет без подружек. Вдруг все получится. А чтобы правильно настроить вас на такое приятное событие, мы решили от нашей программы подарить вам и вашему избраннику песню Ирины Аллегровой «Свадебные цветы». Будьте счастливы! Похоже, сегодня зрительницы решили удивить меня необычными письмами. Елена Круглова из Зеленогорска пишет: «Дорогой Николай, у меня появилось хобби. Я увлеклась музыкой. Я счастлива. Все свободное время я посвящаю игре на своем любимом музыкальном инструменте. Пока все хорошо. Но все против моего хобби. Родители, соседи, даже мой парень. А теперь, внимание, я играю на барабанах». Отчасти ваших близких понять можно. Николай, как мне сделать так, чтобы мое хобби доставляло радость окружающим? Леночка, есть простое решение. Найдите в своем городе музыкантов, создайте группу и выступайте. Но репетируйте обязательно в отдельном помещении. И тогда ваше хобби будет приносить удовольствие и вам, и вашим близким. Вот, например, один знаменитый певец предложил одной известной певице спеть дуэтом. Они порепетировали, и теперь их хобби с удовольствием слушает вся страна. Филипп Киркоров и Анна Асти. Хобби. Не плачь, моя милая, я его не подпущу к тебе. Ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь остатки чувств. Скоро отпустит, поверь, со мной так было тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь громко смеяться потом. И вроде те же песни в твоем плейлисте, но уже не о нем. Ты будешь на берегу океана смотреть, как звезды близко, с кем-то очень искренним. А пока кровоточат раны, давай еще по виски. Он твое небо, он твое море, ты ему детка, он опять игнорит. Он звонит ночью из чужой ванны, ты ответишь точно. Все идет по плану, ты кричишь от боли, что трещит динамик, ты его хобби. Он опять динамит, снова жжешь нервы. Если так, что же, лучше быть полностью рычем, как тебя уничтожили. Держи меня за руку, пока ночь не закончится. Я предательски жду, когда он мне напишет. Я больше так не могу, когда это кончится. И если с тобой было так же, скажи, как ты выше. Та другая будет счастлива, может. Ну кому я вру, с ней будет все то же. Пусть пока кайфует и целует губы. Больно будет позже. Ты прошу, мой друг, все это сам. Почему изнутри свет? Ну ответь мне. Я уже не верю чудесам. Я опять повторяю себе. Он твое небо, он твое море. Ты ему детка, он опять игнорит. Он звонит ночью из чужой ванны. Ты ответишь точно. Все идет по плану. Ты кричишь от боли, что трещит динамик. Ты его хобби. Он опять динамит, снова жжешь нервы. Если так, что же, лучше быть полностью рычем, как себя уничтожить. Он твое небо, он твое море, ты ему где ты? Он опять игнорит, он звонит вновь.
ночью из чужой ванны. Ты ответишь точно, все идет по плану. И кричишь шампунь, что кричит вина. Ты его топит, он опять и топит. Наложишь нервы, если так что же. Лучше быть полной стервой, чем дать себя уничтожить. Иннокентий, у меня к тебе вопрос. Ты умеешь петь? Умею, умею. Отлично, повторяй за мной. Ну? Торна суриенто, фаме кампа. Торна пуранто, зарве папа. Здорово, но ничего не разобрать. Я понял, ты рэпер. В их текстах тоже ничего не разобрать. Ладно, читать ты умеешь? Умею, умею. Торна пуранто, зарве папа. Понятно. Придется, как всегда, читать письмо самому. Здравствуйте, уважаемый Николай. Меня зовут Нина Сергеевна Чванова. Я из Тольятти. Мы с подругой 15 лет на пенсии. Мы очень любим юмор. Он помогает нам в обычной жизни найти повод для радости. Замечательно, что вас юморят не только молодые, но и наши ровесницы. Новые русские бабки. Мы хотим увидеть их сценку. Глазам не верю. Какие несправедливые слова. Какие слова? Пишут. Гаджеты. Вот это пенсионерки из Тольятти. Гаджеты! Гаджеты! А, это одно слово. Гаджеты. Наверное, для пенсионного возраста слово не совсем знакомое. Для Нины Сергеевны, ее подруги и всех желающих посмеяться в утренней почте новые русские бабки. Торнобуранда, сарю, папа! Кеша хотел сказать, что уже можно начинать смеяться. Дуэты. Невероятный новый сезон. У меня были разные варианты. Хорошо же спели. В пятницу в 21:30. Как гласит народная мудрость, красота спасет мир. А Николай Басков – любой телеэфир. Сегодня у нас в гостях автор этой якобы народной мудрости, а по совместительству – несгибаемый капитан женских сердец, несокрушимый боцман обаяния, неутомимый кочегар счастья Николай Басков. Привет, неопытный юнга красноречия! Доброе утро, мои любимые зрители! Николай, позволь узнать, почему ты сегодня в таком необычном образе? В этот холодный зимний день я так соскучился по лету, что решил вспомнить свои ощущения от отдыха на море. Ну, спасибо, что не пришел в ластах в обнимку с надувным матрасом. Ты знаешь, была такая мысль. Но ты вряд ли оценил бы полет моей фантазии. Ну, почему? Фуражечка, на мой взгляд, очень оригинальная. Мне тоже в детском садике на одежде подписывали фамилию, чтобы меня ни с кем не спутали. Что стали забывать? Не дождешься. Фамилия для того, чтобы знать, кому вернуть, если мою фуражку сдует ветром в море. На самом деле очень хорошо, что ты сегодня вспомнил о море. Как раз из Приморского Сочи к нам пришло письмо Ангелины Милютиной. С радостью его прочту. С добрым утром, Николай. Здравствуйте, Ангелиночка. Я бываю в море круглый год и летом, и зимой. Зимой? Неужели вам не холодно? Вы, наверное, морж. Я капитан портового буксира. Вот это да, это еще круче. Я сейчас в отпуске, но уже скучаю по морю. Ангелина, ни слова больше. Николай, слушай мою команду. Песню Олега Газманова на полную громкость включай. Есть на полную громкость, Олег Газманов, дождись. Слушай, а что ты раскомандовался-то? Пока на мне фуражка, я могу командовать кем угодно. Позади белый след в пустыне синей, там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает грусть прощаний.
надо дальше жить. В океане пенных далей растворю печаль твою. Там растает грусть прощаний. Верю, что вернусь. Только дождись меня через дожди. Храня свет моих глаз, свет моих грез, песня нас. Знай, что пройдут дожди, только меня. Дождись памяти нить, наши сердца соединит. Эй, не грусти. Корабли вернутся в гавань, знай, без разлук не бывает встреч. В океане пенных далей растворю печаль твою. Там растает грусть прощаний. Верю, что вернусь. Только дожди меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песня нас. Знай, что пройдут дожди, только меня. Дождись памяти нить, наши сердца соединит. Моя главная обязанность как ведущего утренней почты – охранять ваше хорошее настроение. И вот письмо от моего в каком-то смысле коллеги. Он тоже охраняет хорошее настроение. А точнее склад готовой продукции на фабрике елочных игрушек. Настоящая новогодняя сказка. Уважаемый Николай, пишет вам Игорь Зайцев из Нижнего Новгорода. Я работаю охранником на складе елочных игрушек. Частенько заступаю на дежурство по воскресеньям. Пожалуйста, поставьте приятную зимнюю песню, чтобы на дежурстве у меня было хорошее настроение. Спасибо. Уважаемый Игорь, для вас и тех, кто также ответственно относится к своему настроению, в нашем эфире очаровательный Алсу с лирической песней «Зимний сон». Игорь, с большим уважением к вашей профессии, огромная просьба. Не засыпайте на посту. Спасибо. Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо загрустит, наклонилось, сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. Тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима. Как жаль, что это все приснилось.
превратила в туман. Если я к тебе не вернулась, значит, наступила зима. Может, помешали метели, может, предрассветный обман. А помнишь, мы с тобою хотели, чтобы наступила зима. Придумала сама, на землю тихо опустилась зима, зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком огне. Как же, что это все приснилось мне. Все об этом знают. Пусть тебе приснится. Томительное ожидание. Я стал лихорадочно во время песни думать, кто бы это мог быть. Волнующее предвкушение. Вы не представляете, как я мечтала, чтобы это были именно вы. Надежда и сомнения. Ну, точно, Долина. Ты моя мать. Как я мог не догадаться? Все ради незабываемой встречи. Было очень неожиданно. Ну, я никак не представляла тебя, честно говоря. Дуэты. Премьера. Мега-хиты просто для тебя. В пятницу в 21.30 на канале «Россия». Сезон. Сегодня в 18.00 на канале «Россия». У меня хорошие новости, друзья. Телезрители осваивают новые поэтические жанры. Раньше вы радовали только своими стихотворениями, а сегодня Галина Горячева из города Вышний Волочок приятно удивила меня настоящей загадкой собственного сочинения. «Кто на свете всех милее, голосистее и белее? Мы подсказку вам дадим, натуральный он блондин». Он поет, ведет, читает, в почте утром заседает. Славой громкою обласкан, он зовется Коля. Даже не представляю, о ком идет речь. Предлагаю подумать всем вместе. Присылайте свои отгадки, и ровно через неделю я обнародую правильный ответ. С вами был, есть и будет, главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас. Нежна, как ночь, как ветер свободна. Моя любовь уходит сегодня с кем-то лучше, чем я.
мне